Программа «Орли и Гая. Расследование коронавируса». Меня зовут Дан Ямин, я являюсь заведующим лабораторией по исследованию распространения эпидемий в Университете Тель-Авива в Израиле. Меня зовут Уди Кимрон, я являюсь профессором медицинского факультета в Университете Тель-Авива. Я основал подразделение по реагированию во время эпидемий при Министерстве безопасности Израиля. Ученые и медицинские работники, которые собрались здесь для того, чтобы обсудить все эти проблемы, работают в соответствующих областях. Профессор Хагай Левин, председатель Ассоциации врачей общественного здравоохранения в Израиле. Я являюсь руководителем школы по вопросам здравоохранения населения Университета Бен-Гурион. Все вышеперечисленные занимают достаточно высокие должности. Их работа является неотъемлемой частью учреждений здравоохранения Израиля. Меня зовут Эйтан Фридман. Я являюсь экспертом по вопросам терапии и медицинской генетики. Все эти люди также одевают маску и сохраняют дистанцию. Им хорошо известна опасность, которая исходит от коронавируса, но они настаивают на том, что мир в этом вопросе просто сошел с ума. Я доктор Амир Шахар, заведующий приемного покоя больницы Ланиадо. Меня можно назвать дедушкой срочной медицины Израиля. Я доктор Авия Мизрахи, являюсь заведующим терапевтическим отделением и также заведующим отделением по коронавирусу в медицинской центре Асафарафе. Когда мы в первый раз услышали то, что вы услышите сейчас, мы были поражены. Мы слышали то же самое мнение еще раз. Еще один врач, еще один ученый, еще один эксперт. Мы поняли, что вокруг этого вопроса происходит какое-то безумие. Но этот фильм вы не сможете посмотреть ни на одном государственном телевизионном канале Израиля. Государственные службы, которые управляют телевизионным вещанием в Израиле, практически не дают возможности обсуждать все, что касается коронавируса. Те вопросы, которые открывают другую сторону этой проблемы, связанной с пандемией коронавируса. Страх – это замечательная вещь. Он дает возможность управлять. Он создает рейтинг. И этот же страх приводит к тому, что наша страна, Израиль, уже в третий раз закрыта на карантин. Возможно, этого не было бы, если бы только прислушались к тому, что вы сейчас услышите. А что, если весь мир ошибается? Фильм «Орли и Гая». В Китае есть более 200 зараженных коронавирусом. В январе 2020 года в Китае началась эпидемия коронавируса, на которую весь мир отреагировал истерикой. Весь мир начал бороться с угрожающими прогнозами о том, что миллионы людей могут умереть, но уже тогда в мире было немало известных профессионалов в медицине, которые смотрели на все эти вещи совершенно по-иному. Помните ли вы, где вы находились в тот момент, когда впервые услышали о коронавирусе? Да, я помню. В тот момент я находился в Стэнфордском университете. Мы там работали над совместными исследованиями от университета Тель-Авива. И именно там мы услышали о том, что этот вирус очень быстро распространяется. Вирус короны распространяется по Китаю и уже проник во многие другие страны. В те дни Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что шансы умереть от коронавируса составляют примерно от 3 до 5%. То есть только в Израиле могли умереть более 100 тысяч человек. Уровень смертности может быть между 1-2 и до 4%. Вы имеете в виду в Израиле? Да, могут умереть десятки и десятки тысяч человек. Во всем этом не было никакой логики. Я аналитик, и поэтому каждый день я имею дело с данными, но в том, что они тогда говорили, не было никакой логики. Объясните, пожалуйста, что было нелогично. Мы получаем новости со всего мира. Нам уже показывали, что в Китае люди замертво падали прямо на улицах. В США предсказывалось просто ужасающее количество умерших. В Италии людей подключали к системе вентиляции легких, что было не так со всеми этими сообщениями. Нет-нет, все, что сообщалось, это верно. Но если мы посмотрим на то, что происходит в разных странах, мы видим, что там есть разный процент смертности. И о чем это говорит? Это говорит о том, что о большинстве случаев просто не сообщают. Если не сообщается о большинстве случаев, это значит, что при заражении риск умереть очень маленький. Уже в феврале мы могли видеть данные по смертности в Китае. Эти данные были поразительны по своей радикальности, в том, что они разделяли группы риска. Они разделяли данные о взрослых и о детях. И дети, уже тогда было видно, что они не пострадали от этого вируса. И напротив, у пожилых людей, чем больше их возраст, тем больше график шел вверх. Когда вы сопоставляете эти данные с эпидемиологическими моделями, вы понимаете, что нет никаких причин для беспокойства. Мы не видим здесь никакой уж слишком ужасной статистики, и мы не придем к тем цифрам, которые видели во всех этих страшных прогнозах. Был момент, когда вы поняли, что вокруг этой пандемии создали слишком уж большую истерию. Да, конечно. Да, я точно помню, это произошло в конце февраля 2020 года. Тогда Всемирная организация здравоохранения и эксперты у нас в Израиле начали говорить о том, что если количество умерших X
а количество больных это Y, следовательно, отношение умерших к больным, X разделить на Y, что составляет от 3 до 5%. Это много. Да, это много. И вот в результате таких вот расчетов у меня начали возникать вопросы. Мне показалось все это не совсем логичным. К сожалению, согласно наших предположений и сценариев, среди граждан Израиля будет много тысяч умерших от этой болезни. Когда эти данные были показаны, началась всемирная истерика. И не только в Израиле. Но в начале мая стало совершенно ясно, как в Израиле, так и во всем мире, что это никак не может сравниться с чумой. Стало ясно, что это совсем не катастрофа, и что это совсем не испанский грипп. Я не отрицаю, что эта болезнь существует, но эти вещи нужно принимать в пропорции. И это ни в коем случае не может сравниться ни с оспой, ни с чумой и ни с эболой. Смертность от этой болезни очень низкая, за исключением людей пожилого возраста и людей с сопутствующими заболеваниями. По своим размерам это очень сильно преувеличенная эпидемия. 99.8% населения переживет этот вирус, даже если заразится весь мир. Уже в марте была статья на сайте Ynet, в которой писалось, что группам, у которых есть большой шанс заразиться, эти люди должны поберечь себя, а остальные могут жить обычной жизнью. Но сейчас происходит все с точностью наоборот. Всех без разбора закрывают на карантин. Знаете, это просто шокирует, потому что здесь явно что-то не состыковывается. И ты говоришь сам себе, еще неделя, и все это поймут, и все это сумасшествие кончится. Все поймут, и все изменится. И ты ждешь еще неделю, и ты видишь, что ничего не меняется. И ты видишь, что они основывают свои рассуждения на своих же собственных заблуждениях. Один человек сказал мне, что эти локдауны являются Блаумхильскими каналами 2020 года. Это фильм про одного сумасшедшего, который сбежал из сумасшедшего дома, которому помогают власти. Кто-то впервые начал локдаун в Китае, и сейчас уже тяжело вернуть этого джина обратно в бутылку. Что вы делаете с этим пониманием вещей? Знаете, мы пытались советовать, я лично встречался с министром безопасности. На тот момент министром был Беннет. Я высказал ему свое мнение по этому вопросу. И я столкнулся с тем, что меня никто не слушал. И мне очень жаль, потому как я чувствую, что это упущение с их стороны. Чтобы больницы могли продолжать функционировать, делают локдаун, снижают количество зараженных, и тогда больницы могут продолжать работу. Вопрос в том, есть ли в этом нужда? Такой нужды нет. Несмотря на четкие данные, те, кто устанавливают правила, игнорируют советы специалистов. Мы были вынуждены принять строгие меры, очень суровые меры, чтобы снизить скорость распространения этого вируса в Израиле. Они закрывают всю экономику, локдаун за локдауном. Дети сидят дома, без дела на протяжении долгих месяцев, вместо того, чтобы быть на учебе. И нас все время пугает, что больницы вот-вот потерпят крах. Каждый день заболевает 1600-1700 человек, что оказывает давление на систему здравоохранения. Сейчас конец ноября 2020 года, и сейчас в Израиле начинают вести разговоры о третьем локдауне. Сколько больных коронавирусом госпитализированы у вас в больнице? Их нет. Что нет? Ноль человек. Сегодня есть 7 больных, у нас никто не подключен к аппарату ИВЛ, большинство из них может идти домой. В Тель-Шамер на сегодня госпитализированы всего 9 человек. Ваша больница находилась в опасности рухнуть от такого количества работ. Ни разу такого не было. Тогда зачем был нужен этот третий локдаун? Я не знаю. Я сделал то немногое, что на тот момент мог сделать. Я обратился к тем, кого я знаю, мне не уделили внимания. Все остальное вы уже знаете. То, что происходит в Италии и в Испании, может случиться и здесь. Была паника, была истерия, что больницы рухнут от количества заболевших, случится катастрофа, была погоня за аппаратом ИВЛ, и никто не говорил ничего другого. Больницы не рухнут. Мало того, что они не рухнули, они даже близко к этому не были. К нам поступали данные очень большие цифры о сотнях и даже тысячах людей, которые якобы будут нуждаться в аппаратах искусственной вентиляции легких, и что уже якобы есть отделения, которые терпят крах. Говорили, что это должно случиться? Да, что это случится. И что начало поступать множество больных? Нет никакого множества. От коронавируса немного больше были заполнены больницы. Немного? Немного. Потому как нам рассказывали, что вы терпите уже крах. По моему мнению, крах это когда больной нуждается в медицинском обслуживании и не может его получить. И что этого не случилось? Нет, такого не случилось, и мы даже близко не подошли к такому положению дел. В нашей стране есть 8 миллионов человек. Летом было госпитализировано 800 человек. Будет ли в таком случае система здравоохранения близка к краху? Мы можем сказать, что они были близки к тому, что они не могли предоставить самое лучшее обслуживание каждому больному. Но скажите, разве обычно зимой, когда есть очереди в больницах и когда бабушки ждут своей очереди в коридоре,
Разве мы тогда можем представить самое лучшее обслуживание? Я вам говорю, что может быть любая пандемия, все равно будут места, и каждый из них получит обслуживание. Такого просто не может быть, что из-за 800 тяжело больных больницы не справляются. Они не терпели крах и, по моему мнению, даже близко к этому не были. И мое доказательство, что как только они достигли этого числа, 800 человек, то за одну ночь это число поднялось до 1500 человек. Поэтому я считаю, что эти цифры были взяты с потолка. Это единственная болезнь в истории медицины и в медицинских учебниках, когда количество тяжело больных постоянно в 3 раза превышает больных средней тяжести. Такого просто не бывает. Обычно есть градация, ступени. Легкие, средние и тяжело больные. Произошло изменение определений. Количество тяжело больных коронавирусом и как сейчас определяют тяжело больного связано с сатурацией, с количеством кислорода в крови. Если уровень кислорода ниже определенного показателя, это опасно. Но в Израиле неизвестно, по какой-то причине эти цифры вдруг были изменены. Если до мая или июня определение тяжело больного было, когда его сатурация была ниже 90, то теперь это ниже 94. Возьмите любого злостного курильщика. Он в обычном состоянии будет иметь сатурацию 94%. Я извиняюсь, но даже у меня 94 – это норма, иногда даже 93. Почему же изменили эти цифры? ВОЗ изменил, но после вернули назад. Да, верно. Но в нашей стране остались с теми же цифрами. Вы должны понимать, что человек с низкой сатурацией и его состояние определяется как тяжелое, он не обязательно может быть прикован к постели и подключен к аппарату ИВЛ. И каждый день задается вопросом, когда же его наконец-то выпишут и он пойдет домой. Кто же, по вашему мнению, заинтересован во всем этом? Я не знаю, я думаю, что цель это нас запугать и сделать так, чтобы мы подчинялись как рабы. Существует огромная разница между ужасом перед этой болезнью и между тем, что есть на самом деле. Весь этот страх в конечном итоге привел к принятию неверных решений. За все эти ужасные прогнозы несет ответственность группа специалистов, которых глава правительства призвал в начале кризиса. Группа, в которой царит полное согласие, и даже сегодня они поддерживают все решения правительства по вопросу третьего локдауна в Израиле. Когда решение не принимается только лишь на основании медицинской эпидемиологической информации, да еще и группой специалистов, которая в этом ничего не понимает, такие решения не будут согласовываться с наукой. Но были ли такие врачи, как и вы, которые пытались что-то советовать и главе правительства, и министру здравоохранения? Кто советовал главе правительства? Профессор Шварц, который является физиком. Профессор Ваксман, который специалист математики и физики. Они не являются ни врачами, ни эпидемиологами. Профессор Шварц, у нас еще 3 недели до полного краха в системе искусственного дыхания, и врачи будут должны принимать решения, которые они не хотят принимать, кого подключать к ИВЛ, а кого нет. Одна из проблем, которую мы видим в этом случае, это всякие псевдоспециалисты, которые приходят и занимают сцену. Или есть люди, которые заботятся о их выдвижении, как эти специалисты атомной энергии. Я очень надеюсь, что в атомной энергии они разбираются лучше, чем в эпидемиях. И невозможно понять, почему глава правительства или Совет национальной безопасности, почему не создают такие вот группы специалистов, в которых нет врачей, нет эпидемиологов, нет представителей от религиозного сектора, нет представителя от арабского сектора и нет специалистов из соответствующих отраслей. Меня беспокоит, почему мы возлагаем наши надежды на математические модели, которые раз за разом проваливаются. Как вы это можете объяснить? Я даже не знаю, как это можно объяснить. Я думаю, что есть люди, которые питаются от этих страхов и хаоса. Глава правительства открыто заявил, что он поддерживает чрезмерно строгий подход. В каждом пункте присутствует чрезмерная строгость. Я продвигал политику чрезмерной готовности, а не отсутствия готовности. Ведущих специалистов из Минздрава не выслушали, им даже не дали объяснения, почему принимаются подобные решения. Правительство постоянно поддерживало и продвигало определенные мнения. Они взяли ранее полученные знания и всю информацию в этой области и факты, которые были получены за долгие годы, и перевернули все это. Я думаю, что в конечном счете все это дело имеет политическую подоплеку. Есть огромная разница между тем, когда хотят узнать, что является правильным, и между тем, когда хотят узнать, что лишь выглядит красиво. Когда снижается количество зараженных, граждане государства будут этим удовлетворены, потому как нам говорят в СМИ, что сегодня есть
есть 100 зараженных, а завтра 700 человек. Если бы мы также раздували цифры в СМИ, что сегодня умерли от пассивного курения 3 человека, а завтра умерли 6 человек, а послезавтра 9 человек, скорее всего, кто-то бы взял на себя ответственность и мощно начали бы решать эту проблему пассивного курения. Вы пытаетесь сказать, что власти всех стран проигнорировали количество умерших и сконцентрировались на количестве зараженных, чтобы удовлетворить своих граждан. Да, и я не думаю, что это должно вас удивлять. Просто посмотрите на цифры. О чем с нами все время говорил Минздрав? Они говорили о источниках заражения. Но извините, самый большой вопрос, который я не перестаю задавать. Каков источник заражения тех, которые были госпитализированы? Меня совсем не волнует, если человек был в качалке и заразился сам и заразил других. Это нерелевантный источник заражения. И когда мы задавали эти трудные вопросы, то ответов мы не получали. Мы не получили также и данных. Это называется дифференцированным подходом. Вместо тотальных, полных локдаунов сосредотачивают внимание на источниках заражения, на группах риска. Но по какой-то причине, к великому сожалению, все попытки точечно решить проблему пандемии в Израиле потерпели крах. Программа «Светофор» была посылом ко всему обществу. Чтобы понять, какая была проявлена халатность, следует лишь ознакомиться с подробными планами, которые государство Израиль подготовило заранее, чтобы справиться с массовой пандемией. Эти документы подписали такие звезды коронавируса, как Гроту и Балицер. Но, к великому удивлению, ни один из разработанных ими планов не был применен на практике. В 2007 году был подан один такой очень хороший план, верно? И в этом плане точно объяснили, что следует делать, если существует пандемия. С этим документом сейчас вообще ознакомливались? Скорее всего, нет. В любом случае, по всем планам, подобными проблемами должно было заниматься Министерство безопасности. Предположим, что они зайдут в компьютер Минздрава со всеми этими исследованиями и в поиске пишут «Программа готовности к пандемии». Существует ли у нас такая программа или ее нет? Как обстоят дела по этому вопросу? Конечно же, есть такая программа. Я совсем недавно находил этот план в интернете в свободном доступе. Я тоже. На сайте Минздрава. Почему же не использовать эту программу? Знаете, мне сложно это понять. Мне кажется, здесь что-то более, чем просто не погуглили. Возможно, что это делается из каких-то политических соображений. Это не то, что они этого не знали. Я думаю, что очень жаль, что так происходит, потому как можно было бы прибегнуть к помощи этих разработок, этих документов. Существует отделение экстренного национального реагирования. Что с ними произошло? Эти отделения сократили перед коронавирусом. Так не работают. Чтобы победить в столь великом и запутанном событии, невозможно сосредотачивать всю информацию в очень узком кругу и делать из этого секрет, который знает лишь узкий круг людей. Существуют уже готовые разработки, которые лежат на полках и собирают пыль. Почему ими не воспользовались? Знаете, не нужно заново изобретать колесо. У меня создается впечатление, что огромное количество принятых решений в Израиле не были приняты по медицинским соображениям. Я думаю, что это был план главы правительства, который очень ослабил комитет по экстренным национальным ситуациям. Может, глава правительства, который любит, когда происходит подобная неразбериха в стране, и в конечном итоге люди должны приходить к нему за решением. И разные люди находятся в поисках своего пути к нему. Еще с самого начала мы видели, как политические элементы подминают под себя темы, связанные с профессиональными отраслями. От некоторых руководителей Минздрава была сокрыта информация с некоторых заседаний, и было невозможно понять, какова профессиональная позиция специалистов из Минздрава и какова роль Совета национальной безопасности, который не должен был изначально этим заниматься. Когда ты принимаешь решения, которые ясно видно, что они противоречат твоим национальным интересам, и ты все равно продолжаешь ту же самую политику и делаешь ту же самую глупость. В этом 164-страничном плане сказано, что при наличии пандемии командование тылом должно возглавить борьбу, создать 10 профессиональных комиссий, передать полномочия местным органам власти, и самое важное, что по этой программе карантин должен применяться только в крайне экстренных случаях, и даже тогда он должен быть с точечными ограничениями. И это только в том случае, когда будут десятки тысяч умерших. В 2005 году заседала комиссия Министерства здравоохранения и разрабатывала программу карантина. Было постановлено, что карантин – это последний экстренный способ, когда все остальное не помогает. И даже если применяется локдаун, то он должен быть точечным. И ни в коем случае не по всей стране. Вы, как и все остальные жители Израиля, сидите вечером перед телевизором и смотрите новости, и вы видите, что не сделано ничего из того, что вы знаете, что они должны были сделать. Что происходит у вас в эти минуты в душе? Вы знаете, я чувствую отчаяние, грусть, сочувствие людям, которые пострадали от принимающихся шагов по борьбе с болезнью. Вы говорили с вашими друзьями? Вы же со всеми ими знакомы. Вы же вместе разрабатывали этот план. Да, я связался
связался с людьми и узнал, что Минздрав готовится, поэтому я обрадовался этим приготовлением. Когда вы звонили, вы им сказали: «Друзья, есть план, который мы когда-то приготовили». Да, я поддерживал связь с людьми, которые принимают решения. Что вам ответили эти люди? Обычно я не получал никаких ответов. Вам не давали никаких ответов? Нет, не давали. Понимаете, карантин не понижает количество смертей. Почему вы так в этом уверены? С самого начала, даже на секунду, никто не мог подумать, что карантин может уменьшить смертность. Даже теоретически подобное нельзя предположить. Если бы мы с самого начала решали бы вопрос свадеб в городах с повышенным числом больных, точечным хирургическим методом решали, то нам бы не понадобился карантин. Мы в любом случае не должны были дойти до закрытия по всей стране. Локдаун не должен решать проблему пандемии. Ни в одном медицинском учебнике нет такого совета закрыть страну на локдаун. Это попросту не та методика, с помощью которой решают проблему пандемии. А как же ее решают? Решают с помощью того, что приходит к коллективному иммунитету. А как это достигается? Либо прививка, либо когда люди заражаются, и таким образом люди получают иммунитет к вирусу. Все это работало именно таким вот образом. Это то, что предлагают сторонники так называемого стадного иммунитета? Нет, сторонники теории стадного иммунитета предлагают не вмешиваться и позволить событиям развиваться так, как они и развиваются, а после заниматься последствиями. Я не разделяю подобного взгляда, это неверный подход. Вы предлагаете защитить часть населения? Именно это в первую очередь. Это не стадный иммунитет. Коллективный иммунитет – вот причина, по которой многие страны не прекратили функционирование школ. Может, потому как специалисты там понимали, что если болезнь не является опасной для детей, то ничего страшного, если они заразятся. Грипп в таком возрасте намного опасней, без всякого сомнения. Люди моложе 20 лет очень редко тяжело болеют из-за коронавируса. Такие случаи крайне редки. Но были ведь закрыты все школы на очень длительный промежуток времени. Очень жаль, мы могли позволить школам продолжать работать. С помощью детей мы могли бы добиться очень внушительного коллективного иммунитета. И вы, я напоминаю, глава коронавирусного отделения. Да, я это заявляю. Что из положительного во всей этой проблеме? Есть хорошая новость, она состоит в том, что вирус ковида у молодых людей без проблем со здоровьем не вызывает серьезных последствий и протекает как легкая виральная болезнь. Эпидемиологические модели показывают, что если закрыть школы, то смертность как раз увеличивается, а не уменьшается. Потому как если есть ребенок, который заразился и выздоровел, то болезнь уже слабее. А если она слабее, то она менее заразна для взрослого. Флаг теории коллективной иммунизации несет в Израиле группа ученых и медиков, которые зовут себя группа здоровой логики. Участники этой группы на протяжении всего времени призывали избегать локдаунов, при этом строго сохраняя группы риска. Так можно было ослабить вирус до прибытия в страну вакцин. Но все их попытки раз за разом были отвергнуты теми, кто принимали решения, и вместо этого устанавливались все новые локдауны. Большинство людей, которые противятся идее группы здоровой логики. Эти люди говорят, что это никогда не было доказано. Они отвергают науку. Вирус прекращает распространение, когда достигается нужный уровень коллективного иммунитета. Как грипп прекращает свое распространение летом, и как любой вирус останавливался в истории человечества. Так остановится и коронавирус. Массовый локдаун – это путь в никуда. В тот момент, когда он будет снят, мы это видим сейчас, и раньше мы это видели, мы увидим, как все больше людей будут заражены. Стоит ли это того? Стоит ли? Ответ однозначно нет. По всем отраслям. Давайте, к примеру, возьмем кастрюлю с кипящей водой. Окей? Пар начинает подниматься. Получится ли у вас взять крышку и плотно закрыть эту кастрюлю и надеяться, что этот пар не выйдет? Я не советую это пробовать. То же самое и в нашем положении. Нам необходимо решить, откроем ли мы полностью крышку и дадим пару выйти, или приоткроем немного, как делают, когда варят макароны. Об этом можно много говорить, но герметическое закрытие крышки не решит проблему с вирусом ковида. Мало того, что метод локдаунов не решает проблему, но каждый раз, когда после локдауна открывают страну, увеличивают смертность. Последствия подобных закрытий просто ужасны. Но правительство Израиля и множество других стран предпочитают не замечать эту цену и следовать плану закрытия, несмотря на то, что всем понятно, что последствия будут катастрофическими. Если бы мы сейчас закрыли всю страну до июня 2021 года, допустим, болезни бы не были, супер, но это невозможно. У каждого решения есть последствия. Финансовые последствия и так далее. Посмотрите, какой сейчас сумасшедший скачок домашнего насилия. Посмотрите, сколько людей тянут до последнего, чтобы не обращаться в больницу, потому как их запугали коронавирусом. На самом деле я вижу, насколько тяжелые последствия этих локдаунов. Одиночество, паника, депрессия. Я считаю, что причинен очень тяжелый ущерб.
И, возможно, этот ущерб еще более серьезный, чем от самой пандемии. Мы должны понять, что страна, которая хочет жить, как бы это плохо ни звучало, она обязана уметь устанавливать цену смерти. У нас есть комиссия, которая устанавливает так называемую корзину медуслуг, и, грубо говоря, мы можем установить, что государство Израиль не готово заплатить более 100 тысяч долларов США, чтобы, так скажем, выкупить человеческую жизнь. А при короне сколько все это стоило? Давайте подсчитаем затраты. При всеобщем локдауне это где-то 500 000 шекелей в день. Мы говорим о 10 миллионах долларов, чтобы выкупить жизнь. 10 миллионов долларов. О чем это говорит? На человека? Да, на человека. По-моему, второй локдаун был совершенно лишним. Да и с первого локдауна мы должны были выйти намного раньше. А причиненный этими закрытиями ущерб мы чувствуем на себе. И по моему мнению, третий локдаун не следует вообще обсуждать. Как говорит пословица, когда говорят пушки, музы молчат. То есть, как только мы приближаемся к очередному локдауну, то вдруг все новостные каналы начинают вещать то же самое, что у нас нет иного выбора. Но это ведь попросту ложь. Другой вариант, с помощью которого можно проверить, помогают ли эти локдауны и драконовские ограничения, это то, что происходит сейчас в Швеции. Это страна, которая отказывается шагать в ногу с мировой истерией. Если мы посмотрим на Швецию и Британию, которые приблизительно в то же время находились в похожих ситуациях, этим странам предрекали ужасную трагедию. В Британии ожидали 500 000 умерших, а в Швеции 100 тысяч, если они в тот же момент не закроют всю страну. Британия сделала разворот, они закрыли страну, а Швеция решила пойти верным путем, который советовал опытный эпидемиолог. По прошествии нескольких месяцев, в июне ожидали 100 тысяч смертей в Швеции. На самом же деле, до июня было всего 6 тысяч смертей. А в Англии сколько людей умерло? Думаю, около 40 тысяч. Это после того, как они сделали локдаун? Да, это с локдауном. По разным причинам в Швеции в год умирает 90 тысяч человек. В Израиле по разным причинам примерно 40 тысяч. В Швеции от короны умерли примерно 6 тысяч человек. В Израиле от коронавируса умерло примерно 3 тысячи человек. То есть пропорция сохраняется, разница ровно в 2 раза. Только без всех этих локдаунов. Мы должны стремиться вести нормальную жизнь, насколько это возможно. Меня зовут Матиас Кахельстед. Я работаю над проектом, в котором я сравниваю способ преодоления пандемии, как лучше преодолеть COVID-19. Я Джей Батечрайе. Я профессор медицины в Стэнфордском университете. Я медицинский экономист и медик по образованию. Меня зовут Эйаль Шахар. Я профессор общественного здоровья в Университете Аризона. У меня вторая степень в эпидемиологии. Чтобы получить более полное представление того, что происходит в мире, мы собрались в Зуме с тремя элитными учеными, которые, как и я, являются специалистами в Израиле и выступают против этой политики истерии. Несмотря на то, что не было официального локдауна, общество очень хорошо адаптировалось, люди по своей инициативе работали из дому и сохраняли дистанцию. Люди старше 70 оставались по домам, все это было по желанию человека. Было приложено много усилий, которые люди, возможно, и не заметили. Эту программу мы снимаем сегодня, 30 ноября 2020 года. Какова была смертность в Швеции на сегодняшний день? Я думаю, это 6700 человек. Но по сравнению с 2015 годом смертность была выше. Это комплексный вопрос. Люди умирали от ковида. Но есть ситуации, в которых люди, больные ковидом, умирали по другим причинам. То, что случилось в Швеции, по мнению многих, я тоже так думаю, в 2019 году и даже год до этого не было ожидаемая смертность. И так как никто вечно не живет, то люди, которые могли умереть в 2019 году, умерли в 2020 году во время эпидемии. Был ли там локдаун или нет, вы все равно наблюдали бы смертность весеннего, зимнего периода. Все наблюдают за Швецией, и сейчас есть слухи или информация, которая оттуда доносится, что ситуация там ухудшается. Да, ситуация ухудшается, но если вы посмотрите на смертность, она намного меньше, чем была весной, поэтому я не думаю, что мы уж столь в плохом положении.
Если предположения верны, все изменится в середине декабря, и мы вновь увидим снижение. Ученые и медицинские работники не ограничились тем, что стали задавать вопросы, не ограничились исследованиями и не ограничились интервью журналистам, и 4 октября 2020 года была опубликована декларация Баррингтона, которая нашла поддержку десятков тысяч профессионалов по всему миру. Я думаю, что сейчас есть 12 тысяч эпидемиологов и других ученых, и 34 тысячи врачей, которые подписали эту декларацию. Два базовых центральных факта находятся в основании этой декларации. Первое. Эта болезнь намного более опасна для взрослых и для детей с хроническими заболеваниями. Второй пункт. Локдауны приносят только отрицательные последствия. Мы закрываем весь мир, что наносит неимоверный ущерб образованию, душевному здоровью, приводит к увеличению смертности, и мы увидим ее увеличение в ближайшие годы. Это не Швеция сделала эксперимент. Эксперимент сделал весь мир. Опыт Швеции еще не завершен, и окончательные результаты еще неизвестны. Но в то время, когда они в Швеции колеблются и думают, закрывать ли им пабы по вечерам, у нас и по всему миру люди должны противостоять не только болезни, но и должны противостоять тяжелым последствиям локдауна, потому что политики, принимающие решения, игнорируют советы профессионалов. Я не думаю, что следовало доходить до полного закрытия страны. Вы говорили это на заседаниях? Да, я это говорил. И вам говорили, извините, сэр, но спасибо. Несмотря на то, что вы эпидемиолог и весь ваш опыт, на этих совещаниях нам позволили высказать свое мнение. Но когда этот вопрос дошел до обсуждения правительства, думаю, что из-за политической составляющей и недоверия было создано много проблем. Было принято много решений, сделано таких шагов, которых я лично не поддерживал. По-видимому, все это было сделано по той причине, что правительство не доверяло гражданам. И это очень печально. Это сумасшествие, это не печально. Да, это правда. Третий локдаун вообще не является вариантом, который следовало бы рассматривать. Разве была необходимость во втором закрытии? Минутку, я противился второму локдауну, да и первый локдаун был не нужен. Я это постоянно повторяю. И что, вас не слушают? Не слушают, и, возможно, по этой причине есть совещание, на которое меня не приглашают. Правительство Израиля готово вас выслушать. Мы разговаривали на протяжении полутора часов по телефону с главой правительства. Мы просили, чтобы нам позволили консультировать по вопросам коронавируса. Мы хотели выступить в прениях с оседающими там профессионалами, и каждый раз нам отказывали. И так было много раз. Нам не позволяют высказывать свое мнение при тех, кто принимает решение. Если они нас выслушают, им нужно будет честно признать, что с самого начала они ошибались, что им не следовало принимать подобных решений, и что и сейчас они продолжают ошибаться. Люди знают, что я думаю по этим вопросам, и у меня есть связь с людьми, принимающими решения. Некоторых из них я знаю лично, и я передаю им советы и идеи. Но я считаю, что мы находимся в состоянии, когда профессионалы в системе здравоохранения недостаточно сильны, чтобы они смогли противостоять политикам. Вещи, которые я говорю, это не мое личное мнение, эту же позицию придерживались многие. И она совпадает с позицией большинства специалистов мира. Если проследить высказывания профессионалов из Министерства здравоохранения до того, как они поддались давлению, оказываемому со стороны политиков, можно увидеть, как уважаемые профессоры выступили против локдаунов, а после изменяли свое мнение. Как вы можете объяснить то, что многие люди, и некоторые из них являются вашими друзьями, высказывались очень определенно до локдаунов, но в тот момент, когда они начали работать с правительством, они изменили свое мнение? У меня нет какого-то логического объяснения. Я считаю, что профессионал должен отстаивать свое профессиональное мнение. Люди изменяются, когда становятся частью системы. Вещи, которые видны оттуда, не видны здесь, и наоборот. Да, это верно. Я лично несколько раз разговаривал с профессором Балицером, и я сказал, обратите внимание на то, как тушат пожар. Ограждают это место и уже после точечно тушат. Сделайте проверки в определенных областях. Я это говорил 3 месяца тому назад при личной встрече. Что он вам ответил на этой встрече? Что интересно, но есть еще много соображений, которые следует принимать во внимание. Я точно знаю, что мы и наши друзья, которые занимают ведущие должности в Минздраве, не получили доступ к информации о заболеваемости, не к заседаниям, на которых принимались судьбоносные решения. С ними не делились информацией. Было заметно стремление принять одну сторону и идти в этом направлении. Почему? Потому как государство Израиль при кардинальных решениях, например, как и в религии, люди научены, что нужно найти себе раввина и следовать за ним. Так случилось и по вопросу принятия решения о коронавирусе. Правительство привлекало к принятию решения только тех экспертов, которые им были удобны. В правительстве не хотели слушать истину, не хотели слушать экспертное мнение, но от таких людей постарались избавиться.
Для политиков локдаун очень выгоден, потому как люди, которые боятся, склонны возлагать свои надежды на политиков. Во время чрезвычайного положения люди склонны возлагать надежду на руководство страны. Вредят ли вам подобные высказывания? Давайте рассмотрим то, что может произойти в самом плохом случае. Даже если я потеряю место работы, это того стоило. Очень тяжело прийти к однозначному мнению о том, верна ли точка зрения этих экспертов, которых мы вам показали. Есть много тех, которые сопротивляются их мнению, но понятно одно, что вред, о котором они предупреждали, уже причинен, и, возможно, если бы власть и пресса дали бы место и их мнению, то дела бы обстояли иначе. Но вместо этого их заклеймили, как тех, которые отрицают коронавирус. Тяжело ли вам от того, что вы вдруг стали менее популярны? Вы человек, мнение которого раньше все ценили. Это тяжело, но я уже привык. Существует сценарий, который хотят протолкнуть, и всех, кто сопротивляется этому сценарию, всячески очерняют. Вы рассказывали, что вы опубликовали статью в одном из известных изданий. Тяжело ли вам сегодня опубликовать свои статьи? Я хотел в этом же издании опубликовать еще одну статью, совместно с человеком, который получил Нобелевскую премию, но они отказали мне и сказали, что наши мнения опасны. Я сказал, что опасно то, что ученых заставляют молчать в такое время. Мои больные приходят с маской и спрашивают меня: «Вы что, отрицаете коронавирус?» Нет, я не отрицаю существование коронавируса. Я отрицаю то, что коронавирус является угрозой для человечества и общества. Это я отрицаю. Вас подвинули на обочину из-за ваших взглядов, не так ли? Ранее вы были тем человеком, к мнению которого прислушивались. Я возглавляю отделение, которое было отмечено особенным образом. Мое реанимационное отделение заняло первое место на проверке Минздрава. Сегодня я ставлю проблемы больных на первое место. В больнице на вас сердятся за то, что вы озвучиваете подобную позицию? Конечно же, сердятся. Пресс-секретарь больницы сказал: «Берегитесь, не озвучивайте мысли, противоположные тем, которые высказываем мы. Не атакуйте Минздрав». Мне понятно, почему они так говорят. Я не отрицаю коронавирус, я просто лечу больных коронавирусом. Я думаю, что в начале этого процесса было сделано много несправедливости и зла, потому как они ударились в крайность. С другой стороны, это не столь ужасная болезнь, как ее представляют сегодня. Вас уже называли тем, который отрицает коронавирус. Да, думаю, это было, но не со зла. Последние месяцы мы наблюдаем за злом, которое происходит в научных кругах. Мы видим, как в научном сообществе людей заставляют молчать. Есть вирус, и люди болеют. Вопрос в том, насколько этот вирус опасен. Меня больше беспокоят личные нападки. Мое мнение, что именно страх является причиной, почему они себя так ведут. Страх, что мы можем быть правы. Уже прошло 9 месяцев. Где то, что они предсказывали? Все читают одни и те же научные статьи. По моему мнению, есть распоряжение, запрещающее озвучивать противоположное мнение. Как сказал однажды Мартин Лютер Кинг: «Я не боюсь, когда плохие люди кричат, но мне становится очень страшно, когда хорошие люди молчат». Как вы уже поняли, целью этого фильма не является снизить опасность пандемии или отрицать коронавирус. Коронавирус опасен для некоторых групп, и мы не подвергаем это сомнению. Но мы также должны признать, что мы могли бы избежать большей части той цены, которую мы все платим, и будем платить за халатность. Мы всего этого могли бы избежать. Вопрос в том, какие уроки мы извлечем для того, чтобы понять, как нам действовать в будущем. Сегодняшние затраты: 50 тысяч проверок умножить на $100 за проверку, $5 миллионов каждый день. Это 15 миллионов шекелей. За 35 миллионов шекелей можно построить отделение в больнице. Миллион шекелей – это рабочее место одного врача за год и 1,5 рабочих места для медсестер на год. Придет ли такой день, возможно, через год или через два, когда вспомнят эти события и скажут: «Мы ошиблись». Несомненно так, уже сегодня в ведущем медицинском издании British Medical Journal задают вопрос: чему мы научились от происходящего в Швеции? А я добавлю, чему мы научились от ультрарелигиозных в Израиле. Ясно одно, что должна работать следственная комиссия, которая должна расследовать, почему взяли все эти наработки и все планы и выкинули их, и вместо этого выдумали что-то новое. Я думаю, мы еще вернемся к 2020 году и будем изучать этот год в истории всего мира. И тогда мы не сможем понять, как мы позволили подобному произойти. Мы не сможем объяснить, как мы позволили обычному вирусу уничтожить весь мир, который нам был известен до сих пор.